Солнышком ложиться. Поэтому наши родители старались сама каким-то путем сама найти другой способ жизни своим чадам и дома наших родителей сейчас опустели. Это не только дом моей матери, это дом моих друзей, моих одноклассников, которые родились здесь, ходили здесь в школу, но сегодня эти дома стоят, ждут, но дождутся ли они новых хозяев, это неизвестно. Деревня не так близка сама от города, все-таки 25 километров. Она не, дома эти не могут быть дачами, потому что многих всех выходцев с этой деревни есть свои дома в городе или в столице, в которых тоже надо работать, и потому что создать красоту возле дома, это надо тоже много времени. То заросло все. Забор, короче, заругаться будет. Ну, конечно, конечно. Ну что ты тут, картошку ростишь? Картошку, Станиславич, ростишь. Так вот, я считаю, тут хозяйка моя тяжело, больная дядя. Больная? Ну сколько инфаркта? 3 инфаркта принесла. Ужас. С ногами проблемы. Вот такие дела, дорогой. Это не хорошее дело самое, когда... Хороший, ну 72 года, что женщине еще. И что самое, жить дожить самое, но... Ну, так, ну, надо было бы жить, ну. Ну, тут Ирка-то, соседка наша, тут по соседству картошку тоже взялась, зарастая картошка. Uh-huh. Вот такие дела. Ну, потихоньку, потихоньку. Ну, потихоньку, ну, что ты сделаешь? Аля, ты знаешь сама, хоть и больная жена сама, но есть... Мы двое. Вы двое. Вот это самое важно. Главное, вот само, есть такого слова. Помнишь? Да, это важно само. А не надо по столу, все один сидишь, на костолок сидишь. Что женщина сама одна, то знаешь, еще ну, как-то сама. Нет, ты понимаешь? А мужчине женщина одному. Женщина как-то устроена, и она как-то на мужскую работу уеклеит. А мужики некоторые, вот что мужики, некоторые мужики спиваются, сидяны. Да.
которые что, а, у меня горы, там все, что все бутыльники, друзья подкотятся, что помогут ему гору гравать. И вот так оно, и мужики не гинут, за что. Мы считаем, что сильный пол мужики, ну, разобрался, женщины сильнее нас. Да. Так хоть считается мужик сильный пол, ну, как-то женщина, она вот разобрался. Як-то ей получается, кто-то ей слухает, как-то она придет поплачет, где-то что-нибудь там, кто-то. Одна баба, да ну, пом... А мужик что? А мужик руль из рук выпускает сразу. Ну да, сама. Баба поплачет сама. Ты ж тебе руку, смягчит нервы себе, мать, а мы то не. Моя мать жила одна, у меня отца не было ранее. Ну да, кто придет, где-то слезу пустит, где-то кто-то пошкадует, скажет. Я же мало сколько мне было, ну 12, ну что там, я там. С древами раньше проблемы в нашу молодость было. Детство вернее. Вот где придешь, Олешнику на всякую, где приду бригадира, там то спрошу там. Хлопчак же невеликий был. Запрошу я мог, а мне самое главное было, что проблема. Я не мог хомуте клещи сягнуть, у меня не хватало силы. Не хватало силы. Ну, а если еще уже за узкие, ну так иду прошу, прошу мужиков-то. Дядька сегодня мне клещи ухомуть. Ну некоторые охотно так, жаль, а некоторые, что сморкаешь, силы нема. Ну что, я хоть не такой слабый хлопец был, а не что мне, 12 лет я взрослый, хлоп, так с виду был не досить, что мне столько. Ну вот так мы прожили, а теперь уже старости, 85 лет уже. Уже как-никак не крутись. Ты же на старости. А в душе самый молодой? Ну, в душе хотелось быть молодым, но уже клонить уже. Клонить. Еще не было 70 лет, ты понимаешь, что? Я еще як-то чувствую себя, ну, когда минулось, 70 лет, когда минуло, вы начали, мне сверху бронхиальная астма подкатилась, у меня, правда, не было беды еще. Все на ингалятор. Ну и вот, теперь, ну, что ингаляторы принимают на день, рано утром принимают ингаляторы, значит, заслоняют дыхание. Ну, как-никак, ну, что, я иногда раздумаю еще сам себе умысленно. Что нарекать? Уже как-никак 80. Уже тут мои ровесники, с которыми я еще в армии, с которыми я годовался уже, давным-давно уже дома. Вот ты знаешь, мы с Алиной своей посидели как-то вечерком самой, начали вспоминать своих одноклассников. Половина нема. Так я ж моложе за тебя сама на... Потому что Ирка на учёре у нас была. Говорила, что Стась вроде бы ушел. Я хотела бы с ней поговорить. Говорит, ну и он уже ушел. Ясно. Вот и мои одногодки, с якими я в задворі годовався, з якими я в армію йшов, з яким. Ні одного, нас було 4 чоловіка. Который... Стався я один. Ну, бачиш. Стався я один. Уже всі, годов 7-8, які вже давно вдома. Давно віддихаєш вже. І где-то чоловіку написано роду, скільки йому треба. И люди, которые... Наверное, что... по-разному люди расходуют энергию, которая... Понимаешь, да. Станислав Ильич, вроде бы, ну не буду я там хвалиться, что я в молодости мужчину купили. В советское время бутылка стоила рубль, даже меньше. Ну, пилишь меня, как вместо воды, правильно нужно. Ну, я кто ровесники мои, многие пились алкоголиком стали. Я, слава богу, как-то... Як то ли мне Бог миловый, или як то я. Чистую як, пил. То я. Не, пил я еще, пил я и самого. Ну, что...
подтянуло. Да, даже подкосило. Да. Я сразу не познал, что ли, потом ты проехал. Есть у каждого родина малая, место, где ты родился и рос, там зара по-особому алая, и все трогает душу до слез.